Друзья, всем большой привет! С вами вновь Татьяна. Как и обещала, сегодня я покажу вам продукцию, которую я получила из Америки с сайта iHerb. В основном в этот раз я все заказала для праздничного стола. Сейчас я вам все поближе покажу и подробно расскажу. Итак, первая вкусняшка, которую я заказала, это острый соус чили. Этот соус применяется для мяса, для птицы. Можно добавлять в супы, к макаронам. Можно делать с этим соусом пиццу. Ну, штучка достаточно острая. Перца здесь многовато. Но, знаете, не совсем вот прям как, допустим, острые блюда в Таиланде где-то, да, или в Китае. Нет, острота такая нормальная, выдержать ее вполне можно. То есть, вообще, это очень вкусная такая штучка, ну, с оттенком чеснока. Баночка пластиковая, дошло все хорошо, ничего не разбилось, упаковано было очень качественно. Вот такой соус я поставлю на новогодний стол. Еще одна вот такая вкусняшка – это целые вареные устрицы. Это очень вкусная штучка. Можно эти устрицы использовать и как самостоятельное блюдо, и можно сделать какие-то салатики. По вкусу эти устрицы напоминают мидии. Еще я заказала на пробу вот такие сырные слойки, оригинальные. Это слойки из сыра чеддера и сыра с плесенью. Ну, штучка, я вам скажу, достаточно вкусная, конечно. Сейчас я покажу, как это все выглядит. То есть вот такие чипсы. Очень хрустящие. Очень будет вкусно вот эти чипсы, допустим, кушать с каким-то соусом. Вполне можно их и даже и к пиву, наверное, подать. И можно выложить в красивое блюдо на праздничный стол и рядом поставить несколько видов соусов. Они совсем не соленые, эти чипсы, с явным таким сырным вкусом. И чипсы не содержат никаких усилителей вкуса, ни ГМО. В общем, все ингредиенты натуральные. Следующая штучка вот такая. Это картофельные чипсы со вкусом барбекю, с медом еще и с гикори или с гикори. Это слово мне неизвестно. Ну, в общем, какой-то гикори или гикори здесь присутствует. Вот, я уже, конечно, распечатала. Чипсы выглядят вот так. Все кусочки целые. Поломанных нет кусочков. В общем, чипсы, конечно, очень вкусные. Они в меру такие остренькие, без усилителей вкуса. Ну, немножечко присутствует такой сладковатый вкус, видимо, от меда. Заказала я настоящий вот такой оригинальный соус терияки. Обалденный соус. Я его уже открыла, попробовала. Конечно, этот соус не сравнить с тем терияки, который продается в наших магазинах. Соус очень вкусный. Вот такой насыщенный, имеет вкус каких-то вот азиатских пряностей. Имбирь чувствуется, кунжут здесь присутствует. Использовать этот соус можно с мясом, с рыбой, с птицей, ну, с какими-то овощами. Вот, очень вкусный соус, обалденный просто. Вам всем советую. Когда он у меня закончится, я буду вновь его заказывать на сайте iHerb обязательно. Очень вкусный соус. Я подобного соуса просто ни разу нигде не пробовала. Обалденный вкус у этого соуса. Еще я заказала вот такие копченые молодые мидии в оливковом масле. Упаковочка такая небольшая. Так бы я, может, не стала бы заказывать, но я заказала для праздничного стола, для Нового года специально. Эти молодые мидии упакованы вручную на пике свежести. Можно делать салатик, а можно просто как самостоятельное блюдо выложить на праздничный стол. И украсить, допустим, лаймом, лимончиком, оливками.
И вот такая вот еще тоже коробочка наподобие. Вот это натуральные копченые устрицы в оливковом масле. То же самое, упакованные вручную. Натуральный источник омега-3. И устрицы, собранные в Южной Корее. А, кстати, если вы не знали, в устрицах очень много селена, а это сильнейший афродизиак, так что кушайте устрицы почаще. Еще вот такую штучку я для праздничного стола тоже заказала. Знаете, это что? Это розовый лосось из Аляски. Вот здесь, причем он натуральный лосось, и, как пишут в отзывах, здесь очень банка вся набита этим лососем, то есть воды здесь практически нет. Полное отсутствие ГМО, различных консервантов, и это природный источник омега-3. Попробую, что это за розовый лосось из Аляски, не знаю. Ну, наверное, вкусно. Вот такая баночка. Здесь 213 грамм. С вкусности я заказала вот такую вишню. Вишня Монтаморенси в шоколаде, в темном шоколаде. Это очень вкусная вишня. Я уже тоже распаковала эту пачку. Выглядит это вот так. Помните, такие конфетки дрожжи раньше были? Вот так выглядит эта вишня. Сам шоколад состоит из 70% какао. Вишенка там внутри такая вяленая, и она слегка-слегка кисловатая. Вместо конфеток поставлен на праздничный стол. Жалко, конечно, что пачка очень маленькая. Вообще это безумно вкусно. Ну, а теперь покажу вам кое-что из косметики. Вот этот продукт я заказываю в первый раз, но я читала о нем очень хорошие хвалебные отзывы. Фирма Derma-E. Это мягкий пилинг, который надо наносить на ночь обильным слоем. И утром его смываем водой. Сейчас я открою, покажу, как это все выглядит. Здесь вот такой флакончик, то есть обильно наносите это средство на лицо и ложитесь спать. Утром все это смоете водой. Использовать этот пилинг можно не часто и с осторожностью, 1-2 раза в неделю всего лишь. Пилинг содержит смеси гликолевой и фруктовой кислоты. Очень хорошо выравнивает цвет лица, осветляет пигментные пятна, разглаживает мелкие морщинки и сужает поры. Вот такой интересный пилинг. Следующая косметическая покупка – это вот такой роликовый стик ретинол А, 1%. Вот здесь такой шарик. Ну, ретинол А – это понятно, да? Это витамин А для кожи лица. Его наносят на чистую, сухую кожу. Особенно хорошо наносить локально на какие-то проблемные места. Он хорошо подсушивает различные прыщики. Вот. Можно наносить на морщинки. И кожа подтягивается, немного осветляется. Но пользоваться надо этим средством, конечно, тоже осторожно и без фанатизма. Всего лишь несколько раз в неделю. И обязательно после использования этого средства применять солнцезащитные крема. Обязательно. Давно я очень хотела приобрести какие-нибудь корейские патчи. И вот на iHerb'е я нашла такие патчи. Вот такая коробочка. Давайте посмотрим, что там внутри. Внутри баночка. Довольно большая. Открывать нужно аккуратно, потому что там жидкость. И вот посмотрите, я сильно не буду наклонять, иначе вся жидкость у меня вытечет. То есть вот здесь находятся патчи под глаза, а в середине
круглые вот эти вот патчи можно использовать, допустим, между глаз на переносице, у кого там есть морщинки, на носогубную складочку можно наносить. В коробочке есть пластиковая лопаточка, с помощью которой можно поддевать вот эти патчи. Очень хорошо разглаживают морщины, увлажняют кожу, снимают отеки. Можно даже эти патчи носить продолжительное время или накладывать их на всю ночь. Они коллагеновые. Здесь их достаточно много. 60 штук. Я думаю, что хватит надолго. Друзья, ну вот я вас ими ознакомила с продукцией, которую я получила с сайта iHelp. Все ссылки на все, что вы сегодня у меня увидели, все ссылочки будут внизу. Вы можете пройти на сайт и почитать отзывы о каждом продукте и решить, нужно вам это или захотите вы это себе заказать, или можно без этого будет обойтись. Важная новость для всех. До вот сегодняшней поры iHelp предоставлял скидку в размере 10% по промокоду только для новых покупателей. С 3 января скидка будет предоставляться абсолютно всем, даже если вы уже не новичок, не новый покупатель, а делаете заказ в iHelp уже не в первый раз, вы все равно можете пользоваться промокодом, и вам каждый раз, при каждой вашей покупке, при каждом вашем заказе будет предоставляться скидка. И это все будет действовать с 3 января. Будьте внимательны. Так что iHelp пошел всем навстречу, и теперь воспользоваться скидкой могут не только новенькие покупатели, которые первый раз делают заказ на iHelp, но и каждый раз при любом заказе вам будет обеспечена 10% скидка. Конечно, это очень приятно. С вами была Татьяна. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до следующего видео. Всем пока-пока!